Видео создано при поддержке букмекерской конторы MarathonBet, на сайте которой вы можете сделать ставки на множество событий по самым высоким коэффициентам. MarathonBet – официальный беттинг-партнер футбольного клуба Manchester United. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Где это я? Всем привет! Ребят, я на Кипре, но не мог я себе позволить, чтобы уже вторую неделю не выходил Кек Юнайтед. Потому что я очень люблю деньги, которые получаю за эти выпуски. Вообще, жадность моя второе, и первое я, и третье я. Все мое. Клаудио Раньери сказал, что эра доминирования Барселоны в Европе закончилась. Вот так вот не побоялся и сказанул? Я бы, конечно, так уверенно не говорил про падение Барселоны. Но вообще неуверенность — это мое второе я, наверное. Может быть. А может и нет. Но стопудово найдутся те, кто удивляется, что кто-то Барселону, что-то нашу обижают. Им как напрягутся и... А вообще, что этот Раньери такие обидные вещи говорит? Он вообще сам чем занят? Клаудио, а у тебя вот во время работы есть обеденный перерыв? Во время чего? Ой, у нас же не шутит над Раньери. Извините, забыл. Вообще, забывчивость — мое второе... Я или ты. 11-летний сын Трампа сыграл в футбол возле Белого дома в форме Арсенала. Тульского! Это не смешно. Ну, естественно, а где еще поиграть в футбол? Естественно, на лужайке Белого дома. И еще в форме Арсенала. Тульского! Не смешно. Все логично! Так же логично, как в миниатюре супергерои ищут, где затусить на выходных. Так, ребята, а у кого на выходных не будет родителей дома? Ну, у Бэтмена. Кажется ли, футбол как бы не в одного играю? Хотя я бы играл один. Кто мне кто нужен? Да и вообще, агрессивность — мое второе. Иди ты нафиг. Ребят, я бы с удовольствием сейчас хотел вам рассказать, что собирается делать Nike. Вообще-то правильно говорить Nike. Но магистр Йода просит, чтобы он это рассказал. И кто я такой, чтобы ему отказывать? К-11! Давайте лучше я расскажу. Вот такой вот я непоследовательный. Вообще непоследовательность — мое третье я после первого. Короче, помните, в прошлом году Nike проводил конкурс, где отбирал самых крутых чуваков, играющих в футбол, чтобы продвинуть их дальше в профессиональный футбол. Я вот помню. У меня же нет провалов в памяти. По крайней мере, я их не припомню. Ну, короче, Nike снова запускает эту крутую движуху. И если тебе больше 16 лет, то ты можешь зарегистрироваться, прийти туда и всех вздрючить. Ссылка на регистрацию внизу в описании. Пока мы верны себе, нас не остановить. За каждой настоящей легендой стоит игрок с железной волей. Такой, как ты. И я. Мы играем на улице с целью побеждать на стадионах. У нас есть огонь и страсть, и свобода. Мы никогда не забудем про нашу мечту. Если ты хочешь стать про, не сомневайся. Будущее футбола зависит не от них. Будущее футбола принадлежит нам. Ну а в середине недели все обсуждали странное судейство в матче Реал Бавария. Сначала удалили Артура Видаля на ровном месте, а потом засчитали гол Роналду из офсайда. А еще зачем-то на Сантьяго Бернабео свистывают Криштиану. Короче, все очень сложно, как в меню Фейсбука. Но ведь в Лиге Чемпионов-то без Баварии как-то фигово будет. Без тебя, без... Все ненужным сразу стало без... А вообще всему ФИФА хочется ответить. Ты то, что ты ешь. Сам ты собака! Это мне... Продавец шаурмы, что ли, ответил? Александр Бубнов сказал, что, скорее всего, будет работать с Анжи на внештатной основе и хочет помогать развитию футбола в Дагестане. Вот это поворот! Так же неожиданно, как диалог. Милая, ты можешь меня чем-нибудь удивить? Конечно, родная! Бубнов еще сказал, что у него есть отличный выход на бразильский рынок, и он будет помогать Анжи с этим. Слушайте, я все еще удивлен такой новостью. Да я бы не так удивился, если бы увидел, как Дарт Вейдер поет песни Софии Ротару. Я назову планету именем твоим и уничтожу ее звездой смерти. Но я не буду удивляться, мне просто лень. Потому что лень — мое второе... Ну а теперь пришло время для самого кекнутого комментария, который вы оставили под прошлым видео.
Ты тоже можешь попасть в команду Кек Юнайтед, если оставишь самый кекнутый комментарий под этим видео. Спасибо хостелу. А не спасибо, я на Кипре. Ну а мне пришло время замолчать, потому что умение замалкивать в нужный момент — мое второе. Тём, пошли уже на пляж. Пойдем. Любить футбол, смотреть футбол, любить футбол.